доченька, если я виноват в чем-то, если я обидел тебя, прости меня, пожалуйста. Возвращайся. Если ты слышишь, позвони, пожалуйста. И это целое поколение. Представляете? Целое поколение просто за ориентацией. Когда вам с детства внушают и прививают одни ценности, а система меняется, есть те, кто смог вовремя переключиться и поменять ориентиры. А есть те, кто так и не понимает, что происходит вокруг. Так вот, моя цель здесь – дать вам свое видение того, что реально происходит. То есть дать вам видение, как устроена система. Главное, брат, работать и все. Вот дубные мысли в бошку лезут, значит, работы мало. Ну и периодически надо кого-нибудь насаживать. Хочешь, я тебе кое-что расскажу по секрету? Давай.